Любая диета – это маркетинг, не более. Кефирная, яблочная, картофельная, белковая, фруктовая, по группам крови. Все, что имеет название, опасно и к грамотному похудению не относится. Это все танцы с бубном. А с диетами так и происходит. Появляется новый шаман, все встают на колени и начинают кланяться новой чудо-методике. Хотя достаточно взять книгу по физиологии и прочитать, как функционирует наш организм и какие химические и физиологические процессы в нем происходят. Далее краткий ликбез о том, что просто необходимо нашему организму. Недостаточное поступление одной из этих категорий в организм или даже полное отсутствие приводит к нарушениям многих функций. Белки. Основной пластический материал, из которого построены клетки и ткани нашего организма. Они являются суставной частью мышц, ферментов, гормонов, гемоглобина, антител и других жизненно важных образований. Жиры. Входят в состав клеточных структур. Строительный материал является богатыми источниками энергии. Жировая ткань, покрывающая различные органы, предохраняет их от механических воздействий. Углеводы. Служат в организме основным источником энергии. То есть, это наше движение, наша неутомляемость и так далее. Большое значение углеводы имеют для нормальной деятельности нервной системы. Вода и минералы. Лишение организма воды и минеральных солей вызывает тяжелые нарушения и даже смерть. Полное голодание, но при приеме воды, переносит человека в течение 40-45 суток, без воды лишь от 5 до 7 дней. Витамины играют роль катализаторов в обменных процессах. Они предоставляют собой вещества химической природы, необходимые для нормального обмена веществ, роста, развития организма, поддержания высокой работоспособности и здоровья. Другого не надо. Голодные диеты – это зло. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал, напиши комментарий, жми на колокольчик. До новых встреч, друзья!